Всем привет! Вот приготовилась ехать в райцентр. Хочу сделать себе новую стрижку. Смотрите, 2 месяца не прошло, волосы в разные стороны, как у Куклачева. Вот прям люблю себя с ним сравнивать. Волосы как пух, в разные стороны. Говорю, девчонки, постригите меня, пожалуйста, покороче, они у меня быстро растут. Вот собрались с мужем ехать. Муж к протезисту. А я к парикмахеру. И что у нас получится в нашем райцентре, не знаю. Говорю, хочу купить себе что-нибудь из одежды, футболочку красивую, там какие-то брючки. Но планирую, прихожу, ничего не могу купить. Все базарное, все тянется. А я люблю качественные, чтобы было. Пусть у меня будет мало вещей, но чтобы были они качественные. Вот сейчас поеду, посмотрю и приеду, наверное, ни с чем, как всегда. Даже постригаться и то, постричься и то можно не найти парикмахера. Вот такие у нас сегодня планы. Пришли мы в больницу. Муж мой пошел за справочкой, а я очередь ему заняла. Вот пришли, сидим. Теперь будем ждать врача. Можно чуть-чуть маску снять, вот так, потому что дышать здесь сложно, очень жарко. Ехали очень рано, времени еще мало. Будем ждать врача. Вышла на территорию больницы, дышать там нечем. Такая страшная духота стоит. И хочу, оглядываясь, потому что могут не разрешать тут снимать, всякое бывает. Хочу показать, какие здесь красивые цветы. Я их увидела еще, когда сидела там в окно. Смотрите. Я тоже в том году такие были. Они очень долго цветут. Трава им не мешает. Вот так они здесь вот просто цветут. Вот. Очень красиво цветут. Мне нравятся. Они такие шишечки еще образуются. Такие красивенькие. Это ж просто тут у них это хоздвор получается. А здесь золотые шары. Я их называю золотые шары. Давно уже таких у меня не было. Они у меня были, пропали. Вообще это рудбекия. Как она точно называется, ее название. Может быть, и есть золотые шары. Вот это я просто вышла показать. Это просто хозяйственный двор здесь. И здесь растут разные просто цветочки. Вот видите, как красиво. Семена насыпались. Особого ухода они не требуют. Но зато красиво. Смотрите, какие красивые цветочки. Но это похоже самосевом травка какая-то. Я их раньше помню. У кого такие есть, напишите название. Помню, были раньше такие. Но сейчас только здесь встретила. Такие интересненькие, красивые. Вот, шо такая. Немножко погуляю чуть-чуть. Муж там сидит. А я сейчас хочу вам показать еще очень интересные цветы. Я их тоже давно не встречала. Здесь я на этом дворике нашла красивые цветы. Смотрите. Вот эти вот петушки. Помнит кто-нибудь? Интересные, да? Раньше такие петушки только в поле были. Красота такая, красота. Вот. А их здесь так много. Смотрите, петушки, даже пчелка сидит. Вот приехала домой, прическу мне сделали. Ну ладно, какую же сделали. Сейчас покрашусь и посмотрим результат. Постригли за 20 минут, может, за 15. Волос у меня очень много. А постригли меня очень быстро. Вот как всегда, снова приехала, купила себе конфет, батончиков. Хотя знаю, что это все вредно. Смотрите, чаек приготовила. Собираюсь пить. Красный Октябрь, Мишка косолапый. Фабрика Победа. Очень люблю Мишки в лесу. Сегодня были скидки. Вот эта упаковочка 75 рублей стоит. А вот это 130 рублей. Это 250 грамм.
А мужу купила сливочные. Он любит такие. Вот. Как всегда, не хочу покупать сладости, но снова набрала.